Многие считают, что без живой елки Новый год будет не настоящим. Но мало кто задумывается, что когда придет время снимать игрушки и мишуру, бывшая зеленая красавица станет просто мусором, который нужно будет куда-то выбросить. Обычно мы ставили искусственную елку, в этом году решили поставить живую. Праздники закончились, а елка осталась. Она достаточно у нас большая, и куда ее деть сейчас, мы не знаем. Возле мусоропровода не бросишь. Да и кто должен ее вообще вывозить, в чьи обязанности это входит? Большинство, к сожалению, выбрасывает елки, где придется. Хорошо еще, если человек донесет засохшее деревце до контейнерной площадки во дворе. Чаще всего их можно обнаружить прямо рядом с подъездом или на газоне. Некоторые любители настоящих праздников и вовсе не утруждают себя, сбрасывая ненужный теперь новогодний символ просто с балкона. Между тем, и для елок существуют свои мусорные правила. Елки, которые жильцы выбрасывают после Нового года, являются точно так же крупногабаритным мусором. Согласно санитарных норм и правил, крупногабаритный мусор вывозится обслуживающей организации, это либо управляющая компания, либо ТСЖ, один раз в 5 дней. Вывоз крупногабаритного мусора, в том числе елок, жители многоквартирных домов оплачивают по статье «Содержание жилья». Так что никакой дополнительной платы никто не потребует. Так же, как у управляющей компании есть обязательства перед жильцами, так же у жильцов есть свои обязательства. И огромная просьба к жильцам их выполнять. Каждый жилец должен выбросить елку не просто возле порога собственного дома, а отнести в места складирования, специально отведенные места для складирования крупногабаритного мусора. Все, что нужно, это ответственное отношение обслуживающей организации к своей работе и такое же ответственное отношение жильцов к порядку на собственной придомовой территории.